Эта история произошла давным-давно, канун Нового года. Деда, жми на газ! Стой, стой! Куда ты? Ты что, бессмертный, что ли? Ничего мне сейчас не говори. Ну, конечно, жути. Вот прыгал, а! Мы с дедушкой специалисты в добрых делах. И Новый год мы всей семьей встретим. Слово дай. Просто Иркутск. Большая деревня.